В микрорайоне Новлянске уже давно не возводили крупные значимые социальные объекты. В прошлом году ситуация изменилась. Началось строительство музыкальной школы, обустроен стадион школы номер 7, строится физкультурно-оздоровительный комплекс, который будет оборудован не только спортивными залами. Тренажерные залы, плавательные бассейны два. Два бассейна. Маленькие, детские большие. Генеральный подрядчик «Мособлинтерстрой» на этом рынке компания давно. За плечами строительство крупных торговых центров в Москве, а также большое количество жилых домов в Подмосковье. Более 500 тысяч квадратных метров. Последние 5 лет я построил 8 школ в Раменском. Где-то порядка 500 тысяч жилья. Ну, из спортивных сооружений. ФОК это в Раменском, мой спорт. В Белозерске мой спорт тоже, физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательными бассейнами. И здесь тоже такой же самый будет строиться. Учитывая накопленный компанией опыт, а также наметившийся крен в сторону социальных и спортивных объектов, Виталий Чехов предложил подрядчику повнимательнее присмотреться к нашему району. Более 50% взрослого населения в районе занимается физкультурой и спортом. У нас мы проводим чемпионат, нам полей не хватает. Нам в почту ставить футбольный манеж, реально. И он будет постоянно загружен. У нас очень много детей, которые хотят заниматься не только хоккеем, но и футболом. Поэтому вот подумайте, посмотрите, мы готовы вас поддержать. По планам строительства физкультурно-оздоровительного комплекса завершится 10 сентября этого года. Александр Иванов, Евгений Стародубов, новости Искрвект.